Добрий вечір. Як завжди у цій порі ми з вами розташувалися під затишним абажуром. Звичайно, я запрошую і телеглядачів, і радіослухачів, і автори, ведучая Наталка Пелянець. Бажаю вам усім гарного-гарного вечора. Я не знаю, як у вас, а у мене ну, завжди була пристрасть до театру Ляльок. Театр Ляльок завжди мене спокушав. Мені було цікаво, як лялька розмовляє, як вона рухається, е яку роль у тому всьому е відіграють актори. Ну я вже не кажу про те диво, яке відбувається, власне, за ширмою, перед ширмою. Як взагалі лялька впливає на дитину, на її розвиток. Ми сьогодні будемо говорити про театр ляльок. Справа в тому, що в Україні зараз гастролює з Литви театр ляльок ЧІС. А сегодня у меня в гостях режиссерка, заснованной акторка сценаристка Нюля Чиру Неня. Я вас витанию. Здравствуйте. Здравствуйте. Политовский Лабас. 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 Ну вот мы очень рады, что могли приехать к вам. Мы любительский театр и и как сказать, мы как мамы, uh -huh. мы втроем. Ви такі лялькові матусі. Да. Ну зараз ми у цьому всьому будемо розбиратися, що де і як і коли. Да? Якщо брати до уваги, власне, як заснувався ваш театр. Я так розумію, що він заснувався у 2000, 2000 році, тобто вже 18 років. Має театр, ви вже такі повнолітні. Да? Вам вже можна усе можна. Ну якщо серйозно, то дійсно звідки ви? З якого містечка? Коли і як і кому на думку прийшло заснування театру, але перш ніж ми почмо відповідь, я би хотіла вот, щоб ви подивились на це чудо. Я не знаю, я от його вже взяла до себе. Він зі мною він веде передачу. Я не знаю, хто він ішов. Він зараз мені про нього трошечки розкажуть. Він трошечки тако повмивається і буде розпитувати разом зі мною про литовський театр ЧІС. Ми втроєм жінки, зробили свой театр ЧІС, це перші букви наших фамілій. А, а ви а знаєте, я коли от прочитала назву да. Чиз", да? Mm -hmm. а, Я одразу подумала, усмішка з англійської усмішка, та да? і в моїй уяві вже одразу з'явилися дітки, які широко розплющеними очима, які дивляться, які усміхаються. І думаю, Боже, які молодці, така, така проста назва. вот. а потім виявляється, що це абвіатура, так? Да, це да, наші букви первые фамілії, чи Руняня. Иванова Земелине. Чи и з. Угу. И это как прекрасно. Да. Это. Но если вы уже назвали, то назовите, будь ласка, имя ваших актрис. Вас, их їх... трое взагалі, да? Да, Тро... Угу. втроем мы э, шьем куклы, втроем играем. В 2000 году, как ты говорила, угу. мы собрались вместе. Э, до того пора у меня был э, семейный театр кукол. Ага. Это был любительский, да? Так, 4? Любительский у меня... А, были вы в дома вы собираете? Дома. Потому что у меня четыре дочки, и они играли со мной. Угу. Это был наш семейный театр. А какая разница между ними? Разница а, в возрасте. В возрасте э, первые три за два года, так? Угу. А, ну, маленькая была... 10 лет от первой угу. дочки. Разница. Разница. Угу. Вот они играли, э, имела я семейный театр. У Нади был э, театр по библиотеке. Она библиотекарша э, библиотеки, театра. А Даля работала в Дом культуры, тоже имела театр. Угу. И вот... То есть все э, творчи? Твор... Да, угу. работали с детьми. Э, мои дочки подросли, э, уже не играли. И Надя говорит, вместе можем, можем. Сошлись вместе делать это и... И Надя придумала это название Ч и З по фамилиям. Угу. А как звать ваших актрис? А, Зваты? да. О, это тоже интересно. Одна экскурсия, когда была у нас взрослых, они так весело были, они говорят, но женщины иногда меняют фамилии. И тогда мы говорим, а мы имеем свои имена и берем по дву по две буквы да. с нашей фамилии. Не Надя, Дали. Ни «на -да». не надо. Не надо ля-ля. Мы имеем свою другую версию. Вы продали и Теперь кто у меня в руках Что за лялька? Енот. Если бы я взяла эту куклу вот так и рассказывала, это не мы шили, это мы покупали этого миленького. И вот когда детям показываем, они смотрят, так. Но их жива. И, и говорит, живой и не живой. Однажды с одним мальчиком поссорились, он говорит, не живой он. А я говорю, живой. Он говорит, не живой. А я говорю, откуда ты знаешь? Он говорит, у нее есть этикетка. И мы не порвали эту этикетку, потому что надо рассказывать, как этот миленький. Вот, и когда его показываем, говорим, они живые, когда... Ты с любовью к ним mm -hmm. приносишься. Вы так расповедаете детям, да? Да. Mm -hmm. У нас бывают э, часто экскурсии и детей, и взрослых. И мы показываем свои куклы, они играют с ними. Э, вот. У вас, наверное, же музей, да? Музей, mm -hmm. чи будинок, как его называют правильно, ляльки. Э -э, По-вашему, по-украинскому, наверное. У нас лялю на май. Це <гум> <гум> е <гум> куклы, да? Да, да, <гум> да, да. І там є. <гум> Лелю на мей. Лелю на мей. Ляльки. <гум> Лелес. <Похоже>. О, схоже, <гум> до речі, на... <гум> лялька. Лєс. Лялька Лялька українська. А, а літовською. Mm. А до речі, зараз ми повернемося ще до театру там, <гум> вашого. Але спочатку я ще хотіла б запитати, що ваш театр вперше гастролює в Україні, так? <с1> <пе> все Я розумієте, ви все розумієте, ви скоро прийдете до А, До речі, про коріння друзів, знайомих в Україні, родичів у вас є? Є родні в Україні, але вже ми маємо много родних, тому що театр зеркала нашого будинку Хмельницького будинку культури. приїхали три роки тому в Литву, Там мы встретились, угу. подружились, ну как родные стали. И вот э, на прошлом году тоже встретились, а на, в этом году мы приехали уже сюда. Да, уже, угу. уже сюда. Мы первый раз э, так э, далеко едем. Мы у своих соседей, у латышей, э, часто угу. бываем на гастроли, там э, фестивали разные. А вот здесь пригласили наши родные, Юля, Виталий. Ну, театр зеркала. Угу. Э, хотелось бы еще узнать, из какого вы местечка? Чи это селище? Э, сам театр, звідки, будинок культуры, где он находится? А, где мы находимся? Да. Есть наш район и город главный Рокишкис. Угу. И мы рядышком, три километра, поселок Байоры, это Гобоярни. Uh -huh. Байоры. И там есть Дом культуры, и там наша работа. А кто ваш глядач? Нет у нас такого э, статуса, как театр. Мы в Доме культуры, есть как кружок бы э, uh -huh. ляльковый. Вот и зритель... Самодеяльный. Да. Uh -huh. с, э, э, зритель наш, мы если поставим э, премьеру, мы... Еще не пробовали пригласить у себя. Мы едем в детские сада, в школы, и такой наш профиль. Мы не только с ляльками, мы играем, и взрослые есть, театр. Есть. Но ну, это театр, это такое большое слово, кажется, что там должна быть какое-то помещение. Нет, это... Знаете, я такой вырос, постелив колымочек, да, и вот тобі тебе и театральная сцена, да? да. Взяв хусточку какую-то в ручки, и уже тебе будет лялька, да? Да. Вот у нас такой, как про нас говорит, что наш театр как тряпочный. Ну, все куклы шит, и мы не боимся, когда э, к нам приезжают гости, экскурсии. Много экскурсий с Латвии приезжают, и с, с нашей Литвы, ну. разных районов. И... Когда мы покаж показываем свои куклы, дети идут и играют с ними. Мы не. А учителя а -а -а. так боятся, порвет, но не порвет. Он зло ничего не будет делать. Если порвется, значит. Прийшло час шити, uh -huh. починить. Юль, дуже цікавий той момент, що дійсно театр самодіяльний і власне немає такого, як в професійних театрах. Да? Є і режисер, є актори за штатом, да? є конструктори, ну, і, і так далі. І так далі да? У вас це все вкладається в трьох осіб, наскільки я розумію. Да? Ви і самі, і крім того, ви ще й пишете сценарії, ви пишете казки, чи це просто ігрові вистави? Сценарії. я пишу по, по какую-то Ну, как, Глупа Ягусиня. Давайте про цю виставу. Давайте, тому що ви її привезли в Україну. І зараз ми трошки більше про це поговоримо. вот вам дурна Ягуська приїхала. З цією виставою театр Чис Литовський приїхав до нас в Україну. Я одразу скажу про свої перші враження. Я вистави ще не бачила, але обов'язково піду і подивлюся. Я прочитала анонс такий в Фейсбуці про цей театр і про про uh, цю виставу. и uh, зрозуміло, що це, значить, гузка, дурна, От, яка, е, хоче, яка сама собі не подобається, яка постійно хоче щось в собі змінити. Мені здалося, що це настільки актуально сьогодні. Просто, е, я, я одразу чомусь подумала про пластичні операції, про накл... yeah. да, наклеєні вії, груди, там, брови і так, далі, і, так далі, і так далі. І я думаю, ну, я обов'язково маю побачити цю людину, яка грає таку виставу і яка мені розповість про цю гуску. Розказуйте тепер. Mm. Вот про это всякие пластические операции, как ты говоришь. Я выстала? Э -э нет, а у меня не <свист> было, не было, <свист> не у меня такой. Нет, но э -э зрители, когда увидели, они говорят: вы про это? Нет, не про это. <свист> 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 это э -э про Але того, бачь, что так оно нахвыли сегодня вот то, что сегодня. На сегодняшний <свист> да, <свист> на, <свист> <свист> на эту тему. І тема є там, як э, на вибори йдуть: Я хочу бути королевою птицей. Розкажемо трошечки, ну, не те, щоб сюжет, хоча б фабулу. Так? Тобто гуска була незадоволена собою. Дурна гуска, вона була незадоволена собою. І вона почала приміряти э, різні частини з інших э, тварин, птахів. І її ну, чуть не съела лиса. сіла вот Ну, Как ходить не своими ногами, не своим крылышком, клев от пеликана? Это ведь не, не, для такой головки нести. Пеликан должен нести свой клев и хвост павлины. Ну ведь ей было трудно управлять всеми этим. Вот такой, какой ты есть. Как морал, не морал, ну, чтобы детям сказать, что, ну, это красивый такой, какой ты mm -hmm. есть. Mm -hmm. и, ты и ты пришел на... Да, да, и, и, и ты индивидуален. Да, ты такой красивый, такой, какой mm -hmm. есть. Вот. И эта сказка Сутеева есть. Глупая как гус... она называется? «Глупая гусыня». Так и называется. Так да? и, называется. Mm -hmm. и, и по этой сказке... но у каждого спектакля у нас добавляем фольклор. И там Святige есть литовский? свой. Ой, а я хочу почути еще самое. Песня про гуську, которая плавает. Плауки жасяли, пережерели, гери гери гир гар 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 пережерели, гери гери гир гар 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 пережерели. Право. Ми зараз продовжимо розмову. У мене в гостях Ніоля, вона режисерка, акторка, сценаристка театру Чіз з Литви. І ми продовжуємо нашу розмову. Та? Якщо, наприклад, говорити про перше враження вже від українського глядача, я розумію, що діти вони є діти. Та? Вони що в Прибалтиці, що в Україні, вони однакові, вони однаково сприймають те, що йде зі сцени. Та? про свои первые выражения вид контакта с украинскими детьми. Дети, ну если я поняла, что ты меня спрашиваешь, да. я буду говорить так. Вот по, в детском саду, когда мы были, дети как бы одинаковые. Да. Это такие ляльки, такие У -у -у. они смотрят, э, все возьмет к себе одинаковые, угу. но взрослее мы когда играли э, в Львове в, в, в кни... библиотеке да в да. детском там пришли третьи классники, ну это да. уже э, было сразу эмоции у, у литовских детей немножко они не посмотрят угу. немножко, но мы заряжаем делаем зарядку, и сразу тогда уже надо их... Потише посмотрите, что покажем. То в принципе, вот реакция детей, она Одинаковая. Если ты идешь к ним в сердце, и мы любим играть. Вот как мы говорим, мы на сцене, мы не профессионалы, и мы всегда играем чтобы видеть глаза зрителя. Mm -hmm. так, То есть вы в живом плане проживаете? В живом, да. да у нас... За ширмой у вас Нет, 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 нет. Mm -hmm. у нас таких спектаклей. Мы в живом и хотим видеть глаза зрителя. Mm -hmm. э, играть э, как профессионалу на сцене, прожектора. Mm -hmm. и, ну просто есть это... разные жанры, разные решения, <плотно> выставки да, и так да, далее. Да, да, тут... да. У них профессионалы, они все хорошо. Mm -hmm. но, но мы мамы. Нам надо играть с детьми. Взрослые тоже дети. No. So. Ну, Я ще хотіла запитати вас про те, що вулиця вона потребує особливого підходу взагалі до глядача, Ну, вистави на вулиці. так? Бо зал є зал, тут зразу увагу дуже легко зібрати. На вулиці є дуже різні, різні об'єкти, на які ми увагу свою кидаємо в інший бік. От. Чи є у вас якісь є такі особливі речі, яким чином ви збираєте увагу дітей, ну і дорослих, бо вони ж гуляють так само з, зі своїми дітьми? когда мы играем на улице, как мы мы привлекаем людей? Угу. Ну, интересно, детям и взрослым, что там будет? Ну, поставили что-то, а что здесь будет? Ну, сядьте, посмотрим. А дитки сами тягнуть, дорослих, да, взрослые да, 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 и... что еще сведбуватись и мы. Ну вот, если взять бы эту собачку... Давай ты. зараз, мы ее измаму. Да, да, да. Это самая старая наша первая собачка. У нее собачка такая. Такса. Ага. Что такое? Я тебе ничего не рублю. Я на это в этике глажу. Вот эту собачку однажды ходили по улице. Ну, рекламировали свой театр и бабушка шла с настоящим дворняжкой на поводке, и они поссорились. Вокруг стали люди, фотографировали, снимали, смеялись. Бабушка и так тянет, говорит, смотри, это тряпочная собачка. Наша победила. А со с какой выставы, с первого нашего спектакля про собачку, которая не умела, не которая не умела лаять, и очень интересно там э, учит э, э, со, вот эта собачка учит э, большого собачку лаять. Э, по литовски э, собачки лают ау ау а -у. ау 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 ау. Однажды была группа русскоязычных э, в нашем ляльковом доме. И я детям говорю, какая первая буква будет, как лает собачка? Дети говорят, г. Гав. А гав? дальше? Гав. Ну, я пришла домой. Гав, 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 училась. Гав. А у вас, как лает собаки в Украине? Гав, так и гав. Гав, 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 гав. Какие? Е. Ну вот, значит есть и у собак. Гав. А, у. Ау. Э, э, у вас гав гав, у русских гав, у латышских вау вау вау. Угу. Вот это как э, э, надо э, да, словарь <laughs> словарь собачий. Ну и выстави ваша собачка гавкала ау, ау 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 ау. 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 Однажды я шла с, с этой собачкой Лайей, и одно мужчина пришел о, по плечу так и говорит: батарейки включила. <реклама> <реклама> а Вчера, когда играли э, э, там в библиотеке, один мальчик Женя, ну он, у нас есть еще беленькая собачка. <реклама> Пушистая такая. Та он на ту беленькую собачку так влюбился, что... Женя уже Женя. Ви після вистав і під час вистав досить часто, я бачила просто фотографії, на жаль, не бачила ще, я казала, самі вистави, ви досить часто задіюєте дітей в сам процес вистави. І після вистави, ви говорили про те, що дозволяєте їй з ліками гратися. Та? От. Наскільки це важливо для розвитку дитини, наскільки це важливо, щоб не було тієї межі від актором лялькою та? і самою дитиною? Так. Да. Это очень важно для нас и для детей. Как говорится, когда поближе каждый ребенок хочет потрогать эту куклу, когда он смотрит, как ты работаешь, и он так, ну, видишь, как блестит ее глаза, и он хочет взять его в руки. Ну, и в нашем театре это все это можно, угу. возможно. Это надо. Мы, как говорим, после спектакля вот дети, вы аплодировали нам, как мы играли с куклами, а теперь кукла ждет вас, идите uh -huh. с ними попрощаться. Uh -huh. Ну вот дети идут и играют с нашими куклами. Ниоли, мне еще очень интересно, как в Прибалтике ставляться до Украины. Чи знаете, они, что у нас происходит взагалі? Чи цікавляться они цим? Конечно. Конечно, и у нас в поселке живут э, одна семья. О, не одна, вот и Оля с украины они с, с этой стороны где война идет они на донбассе на Донбассе там они жили переехали у нас и они страдают из-за своих там, слушаю радио ну там mm -hmm. одна вот оля ее родные живут под белой церкви и 11 лет назад мы были у родных и и там родные их живет, и мы привезли от них орех угу. греческий, угу. и вот она посадила саженец да? саженец, да, и в этом году первый раз уже урожай был. Угу. Да. Вот, угу. да, интересуется. И как как и у нас была эта перемена, так и у вас, угу. теперь. а, як а, а, как бы я приехала до вас а? Ну, пожалуйста, <laughs> Поезжаешь! <Хорошо. смех> Чем бы вы меня пригостили и куда бы вы меня повели? Э, ну, это очень смешно для нас. Э, вот Виталий, который нас э, познакомил с Юлей, он говорил, я когда был в Литве, нас угощали цепелинами. Ну, такие большие, я так наелся. А Юля слушает и говорит... А яка птиця? А на цепіліни. І тепер ми сміємося. Цепеліна птиця. Юлія, це Юлічка Ротно, яка власне опікується зараз цим театром тут у нас, яка перебуває в Україні. І завдяки власне їй, і сьогоднішня наша зустріч з і відбулася. Е, Ніоль, я тільки хочу побажати. Розвитку вашому театру, щоб ви а, от з тим добром, бо я бачу, чим ви заряжені? Ви заряжені добром, це в першу чергу. Мами, і цієї, ми. мами <клес> та, Лялькові матусі <клес> та, та, так та, вас та. називають. Та? завжди йшли туди до діток, і неважливо яких, в Україні, в Прибалтиці та десь ще в інших світах. І несли дійсно то добро і той розвиток, який ви даруєте діткам. Я вам дуже дякую за участь. І тепер, що ви мене маєте навчити, як казати, до побачення. Та, на... до побачення. Да. <laughs> Литовською мовы. И О боже, как складно. И ки, и ки, Ікі ки, А ще я вас люблю. <laughs> Наташ, скажите, как буду я вас люблю? <laughs> Аж юсмилю. Аж ah, миллион. <laughs> <laughs> ну, да побачь, я уже не скажу. Можно украинскую? Хорошо. Хорошо. Я тоже рада знакомству. И рада, что вы сегодня пришли в этот монопедобажур. Мне тоже рада. Я за свои э, девчата тоже. Mm -hmm. Если бы они были здесь рядышком, mm -hmm. они тоже говорили бы... Мы... Очень. Mm -hmm. Очень хорошая наша компания. Только три. И как мы э, едем на фестивали или в а бывает там mm -hmm. э, более играют э, дети и говорю я дочащих выстав там да, да. Uh -huh. а я говорю у меня только две дочки эти большие и, <laughs> и мы всегда э, всегда вместе от начала до конца uh -huh. вы им передавайте наши витания Доброе? Mm -hmm. хорошо Звісно. І все. Дуже вам дякую за участь під абажуром. Дякую, що завітали сьогодні до нас на телерадіокомпанію. Дякую. І дякую нашим глядачам. Це була програма під абажуром». Ми з вами ще обов'язково і почуємося, і побачимося. До побачення.